путь к чудо-дереву предстоял нелегкий. Нашей съемочной группе пришлось потрудиться, чтобы найти грушу-долгожителя. Находится она недалеко от поля на 44-м километре трассы М1. Туда, к сожалению, народная тропа заросла. Само дерево заставляет удивляться. Его крона достает, кажется, почти до облаков. Высокий массивный ствол с широкими ветками в диаметре составляет порядка 200 сантиметров. Местные жители рассказывают, что в свое время на этом месте находилась панская усадьба. Поэтому не исключено, что груша-долгожительница когда-то занимала достойное место в саду знатного поляка. А на культурность посадок указывают остатки грабовой рощи, которая начинается чуть южнее. Сегодня груша плодоносит и радует местных жителей вкусными дичками. Дерево доживает свой век в прямом смысле этого слова. Ученые считают, что ему порядка 130 лет. Прикоснуться к нему сегодня – значит прикоснуться к своей истории, истории своего государства и своего народа.